Так, прекрасный субботний день, уже и мухи летают, я опять решил побаловать себя вкусняшками. Это уже немецкая клубника, наверняка из теплицы, я так думаю. Это вот кирштанге, это такая типа палка. Как сказать, дословный перевод, наверное, вишневая палка, что ли, так. Ну, там немного вишни, марципан и сахарная глазурь, кофеек, все как надо, четко. Какая красивая клубничка, не знаю, как она на вкус, сейчас попробую. Сейчас попробую всего. Отличный день. Ну, я даже не сомневался, что вот это будет вообще вкусность невообразимая. Куплено вот, кстати, в этом Бекерае. Сейчас я покажу. Ну, Камп. Хороший Бекерай такой. Камп. Очень вкусно. Клубника, я думал, будет зеленая какая-нибудь. Нет. Классная. Ну, такая сладкая, как летом, но все равно для теперешнего времени очень хорошо. Вот кофеек изумителен, как всегда. Погода прекрасна. И по многочисленным просьбам насрать на вирус. Ура!